Следующий вопрос. Идан кадат аль мудда валям япа. Говорит, если судья установил относительно человека, неспособного на половой акт, срок, то есть испытательный для него срок, и в течение этого срока человек так и не смог совершить половой акт, то есть так и оказался на него неспособным, то как в этом случае поступать? Говорит, аль-мар абада далика бил хияр бейн аль-фасх ауль бака маа. После этого, говорит, испытательного срока женщина имеет право на одну из двух. Либо расторгнуть брак, то есть свой брак с этим мужчиной, либо остаться с ним. «Войнахтарат аль-фасх фаямбада аль-якуна бихукми хакимин». Если же она решила все-таки расторгнуть с ним брак, то это необходимо сделать, исходя из постановления судьи. То есть, чтобы это постановление вынес судья. «Лиуджуд шейм нарахтилах фидалика». Потому что в этом вопросе есть определенные разногласия. То есть, чтобы это потом не привело к смуте. «Валайштарат валасахих». Вместе с тем, что это не является обязательным условием. То есть, если женщина потребует разрыва бракосочетания и муж согласится на это, не привлекая судью или не распространяя этот факт среди людей и тому подобное, то это является действительным и достаточным. Говорит, «Ваякуна залика фасхан анда Ахмаду Шафии ва ус-сахих». Говорит, имам Ахмада, также имам Шафии, считают то, что вот это вот расторжение брака является именно разрывом, то есть фасх не является талаком, не является разводом. Говорит, и это мнение более правильное. Вместе с тем, что пришло от имама Малика и Абу Ханифа, а также от Суфьяна Саури, «Юфарлит аль-хаким бейнахума», то, что между ними разлучает судья, «Ватакуна талкатан», и это считается за один развод. Нам более правильно то, что это за развод не считается, потому что мужчина развод не дает, но женщина расторгает брак со своей стороны. Танбих говорит примечание, «Идза арада зауадж биха марратан ухра фаяджуз залика биахдин джадид ва махрин джадид». Если после их расторжения брака этот человек заново захочет жениться на этой женщине, и эта женщина через определенное время, допустим, передумает и все-таки решит выйти замуж за него еще раз, то это является разрешенным, но для этого необходимо заключить новый брак с новым махром и, в общем, все заново. Танбихан Ахар говорит, и еще одно примечание, «Аль-хасы, инканна ла ясатэ аль-джима, фахукму хукм аль-аннин». Говорит, человек кастрированный, также если не способен на половак, то его постановление, говорит, такое же, как постановление человека, болеющего импотенцией. То есть такие же постановления, которые мы разбирали в позапрошлом и в этом вопросе, также касаются и человека, у которого произошла кастрация. Далее, следующий вопрос.